Этот комплект наград – свидетель недавнего успеха БМК на всероссийском конкурсе. «Золотой осени», которая проходила в середине октября в Москве, Брянский молочный комбинат привез 6 наград. Бронзу предприятию принес сыр плавленый, колбасный, копченый. 20% сметана и творог жирностью 18% были отмечены серебряной медалью. Награды же высшей пробы дегустационная комиссия единогласно присудила молочной деминерализованной сыворотке и новичкам конкурса творожным продуктам и фруктовым йогуртом «Меланья». Мы работаем на натуральном сырье, стараемся, чтобы продукт был безопасен. Самое главное, вкусный был продукт, нравился потребителю. Стараемся выдерживать все нормативы. И, естественно, бы нам не дали награды, если бы продукция хотя бы отклонение имела в чем-то. То есть со стороны технической документации все в порядке, со стороны качества все в порядке, информация на упаковке все в порядке. Все составляющие сложились к тому, что мы получили эти награды. Судя по отзывам, продукция Брянского молкомбината пришлась по вкусу не только строгому жюри, но и посетителям выставки «Золотая осень». Сразу после дегустации, на которую приглашались все желающие, гости выставки с удовольствием приобретали молоко, масло, сыры, творог для своих домашних. Кстати, всего одной 500-граммовой упаковки хватает для всей семьи. На вкус можно выбрать творожную массу с курагой, изюмом, жирный или вовсе обезжиренный творог. Кстати, нет жира и в новом продукте компании, выпускаемом под маркой «Меланья». У творожков и совершенно неповторимый вкус. Как рассказали в компании, нежная консистенция создается благодаря добавлению в мягкий диетический творог йогурта с различными добавками – ванильный, фруктовый или ягодный. Кстати, все наполнители натуральные, без использования искусственных красителей и ароматизаторов. Мы приехали совершенно новыми продуктами, с новой линейкой продукта. Вы видите нашу «Меланью». Это продукты диетического питания, это продукты с пробиотическими свойствами, которые здесь есть абсолютно чистый белок, без наполнителей, наполнителями и двойной дозацией. То есть мы имеем внизу джем, вверху белковая составляющая. Такого продукта в Брянской области никто не выпускал раньше, мы первые это сделали. Новые продукты молочного комбината уже заслужили любовь брянского покупателя. После участия новинок в «Золотой осени» на предприятии надеются на расширение рынков сбыта. И «Меланья» появится в новых торговых сетях. Кстати, уже сегодня молочная продукция комбината известна в 15 российских регионах. Возможно, уже в скором будущем поклонники БМК смогут отведать и новые виды мягкого сыра. На предприятии сейчас как раз трудится над очередным продуктом. Елена Бочкарева, Аристарх Никитин. События. Брянск, Москва.